Проезд по двум полосам дороги и благоустроенные тротуары для безопасности жителей. В Трёхгорке открыли движение по улице Чистяковой, но это только начало. Скоро стартует второй этап работ. На сегодняшний день мы просто открываем вот этот вот проезд, он по существу спрямляет существующую, так сказать, дорогу, существующие проезды и таким образом увеличивает комфорт перемещения граждан. Движение грузового транспорта на данном участке будет ограничено. Кроме того, на протяжении всей улицы запрещена парковка. Для большего комфорта жителей здесь запустят новые маршруты общественного транспорта. А по всему периметру уже обустроили тротуары. Барьерное ограждение установлено, потому что как раз у жителей это было беспокойство, что, во-первых, куда пойдет прямой транспорт, да, а потом на детскую площадку установили. Тротуары, как вы просили, все сделали. Кроме того, здесь сохранили старые пешеходные переходы и появился новый безопасный с вызовным светофором. На данный момент на улице Чистяковой открыли 1 километр 200 метров дороги. В полном объеме движение запустят к июлю следующего года. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».